Это тот случай, когда страшно было даже нашему оператору. За рулем Аки девушка, блондинка, и ей всего 16. Но позже оказалось, Диана Дементьева машину водит намного увереннее, чем дает интервью. Недавно вместе с командой юношеской автошколы она вернулась с чемпионата по автомногоборью. Там она завоевала серебро в номинации «Автоледи». Ну, самое главное – это тренировки. Упорно надо тренироваться, также соблюдать, узнать правила. Теория и практика вождения, она выставляет фигуры, и ты должен по фигурам чисто и быстро проехать. А почему второе место, почему не первое? Первое место местное заняла. Традиционный чемпионат среди детско-юношеских автошкол в этом году проходил в Смоленске. 150 спортсменов из 30 регионов. В общем зачете наша команда довольствовалась только бронзой, а в некоторых личных номинациях удалось победить. Лучше всех укротить конкурсную «Ладу Гранта» удалось саратовцу Алексею Зелепукину. Он стал первым в скоростном маневрировании. Ну, в первую очередь повезло еще с машиной, так как мы большую часть тренируемся на одном и том же автомобиле, а на соревнования как раз этот автомобиль попался. Ну, с детства отец приучил к рулю. Победителями чемпионата стали спортсмены из Татарстана. На конкурсе даже разгорелся скандал. Якобы юношам и девушкам из Казани заранее были известны ответы на все вопросы. Но саратовцы решили не обращать внимания на интриги, а приехать на следующий чемпионат и победить. В конце каждого выпуска мы показываем материалы с нарушениями. Менять традицию не будем. Правда, в этот раз прокомментировать видео мы попросили учеников юношеской автошколы. И вот что из этого получилось. Неоднократно несколько машин выехали на обочину, было совершено движение по обочине. Это нарушает правила дорожного движения. И в конце мы вообще увидели то, что водитель автобуса позволил себе выехать также на обочину, также нарушив правила и подвергнув опасность жизни себя и других людей. Было пересечение сплошной линии, опасно аварии лоб в лоб и лишением прав до 2,5 лет и штрафом до 5000 рублей. Если вы стали свидетелем хамства на дорогах Саратовой области, присылайте свои видеоматериалы на наш электронный адрес tvnews@tnt-saratov.ru. Давайте бороться с автохамами вместе.